Уникальные сухие доки, построенные еще в царской России, заняты. Здесь корабли проходят ремонт. Части, которые обычно находятся под водой, корпус, винторулевую группу, арматуру, рабочие тщательно осматривают и чинят. Паром Александр Ткаченко готовится к выходу из дока в ближайшее время. Он был построен на верфях Италии в 1989 году. Первое название – Робур. Паром часто менял хозяев. Одно из последних мест работы – Керченская переправа. Севастопольский завод для ремонта выбран не случайно, говорят сотрудники «Звездочки». В южной части Крымского полуострова это одна из самых удобных и лучших баз для стоянки и ремонта кораблей. Потому что ближе к проливам Керченским, там условия ветра, поэтому наша база более приемлема для ремонта. Выполнялись работы по ремонту донобортной арматуры, очистка, шлифовка грибного винта. Значит, отдельные работы производились на корабле по механической части, связанной с дизелями. Во втором доке – парусный учебный корабль «Херсонес». Трехмачтовый фрегат – последний в серии из 6 парусных кораблей, построенных по заказу Советского Союза в Польше 26 лет назад. Последние 10 он простоял на приколе в Керчи, без ремонта и обслуживания. Техническое состояние, в принципе, удовлетворительно. Просто что в связи с большим сроком неиспользования закончились регистровые документы уже, освидетельствование полное идет для того, чтобы оно могло совершать выходы в море. Модернизация пока не планируется, пока что это текущий ремонт. Восстанавливаем то, что сохранилось. Если там требуется замена, то это незначительно все и не в крупномасштабном. Полностью закончить все работы планируют к 1 мая. На заводе сообщили, что после ремонта на корабле будут проходить учебу курсанты военно-морских училищ. То, что на севастопольской «Звездочке» смогли быстро начать работу по крупным заказам – заслуга сотрудников, которые берегли завод в тяжелые украинские времена, подчеркнул директор филиала. Трудовой коллектив, на самом деле, его здоровая часть сохранилась и сохранила фактически завод в том состоянии, в котором он находится. Конечно, он в это время не тех переурожался, не модернизировался, но тем не менее завод на сегодняшний день работает. Следующий год будет для завода напряженным. Кроме военного и гражданского судоремонта, «Звездочка» хочет возродить славу Севастопольского морзавода как ведущего производителя плавучих кранов. Людмила Замятина, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.